Деревня. Толик, не торопись. Подводный робот-беспилотник «Посейдон». Он приближается к цели на километровой глубине со скоростью 200 км в час. Нет никакого способа остановить. Поднимет гигантскую волну, цунами высотой до 500 метров. Такой водяной шквал является еще и носителем экстремальных доз радиации. Пройдя над британскими островами, он превратит то, что от них, может быть, еще и останется, в радиоактивную пустыню, надолго непригодную хоть...